Привет. Здравствуйте. Добрый день. Давай знакомиться. Меня зовут Алмаз. Я из города Алматы. Давай посмотрим, что ты сейчас нам покажешь. Ну, тут немного юмора. Я надеюсь, вы оцените. И вы, и зал немного отдохнете. Я буду прикладывать все свои усилия для этого. Поехали. Cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes caw, and the elephant goes toot. Duck say quack, and fish go bluff, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by Morse? Morse, Morse. How will you speak to that horse? What the fox say? Лох – номер, который надо объяснять. И в итоге, то есть, и не юмор, и не… Хотя отличная артистическая подача. И поэтому вот ты нас так запутал, что в итоге, ну, вот эти вот самые красные кнопки были нажаты. Ну, я так предполагаю, не только за себя, но и за других коллег. Но ты крутой и красавчик, и замечательный спортсмен, и я желаю тебе удачи. Спасибо. Алмаз, я вам хочу сказать спасибо за крутое настроение, которое вы нам подарили. Это была моя цель. Вначале не поняла, он серьезно поет или он пародирует, или не знаю. Но мне вокал ваш очень понравился. Ты мог бы просто так зарядить, чтобы весь зал встал и с тобой начал. Вот этого мне не хватило. Я думаю, сейчас взорвется, сейчас. Тебя, ну, наоборот, ограничивал, ну, чтобы, ну, вот чересчур… А зачем надо было ограничить? Чтобы чересчур не шокировать. Вот надо было шокировать. Это же… Это шоу талантов, понимаешь? Алике, я желаю тебе удачи, но сегодня я говорю нет. Вы супер!
выступили, но этот номер, я не смогу сказать, что он крутой, я скажу нет. Я уже знаю, что вы не пройдете, но вашу поддержку я говорю да. К сожалению, у тебя сегодня 3 нет и 1 да. Ты не проходишь следующий тур. Всем спасибо. Подписывайся на канал Central Asia's Got Talent в YouTube.